Всем привет, сейчас поедем пахать то, что навоз возили. Игорек у нас машинист, механизатор широкого профиля. Не зря же в Махно учился 3 года. Плуг, предплужники поставили. Сейчас поедем, посмотрим, что у нас получится. А, вон лемех первый. Загнутый, блядь, эти ездят. Как пашут, блядь. Сейчас попробуем выпрямить. Сейчас начнет. Там видно будет, с середины нет. Это не пахота. И навеска вся, блядь, в сторону. Специалисты, ёб. Наладчики. А чё, нормально на это? Наладили вчера, да? Ничего, сейчас поправим. Так у тебя вся навеска в сторону еще болтается, нет? Ага. Чего? Хватит, куда крутишь-то? Или он еще больше был поднят, да? А самое главное, везде вон смазано, а в тех местах, которых надо, ни хрена, да? Ничего страшного, сейчас пойдет. Да, барани здесь будет как положено. Ни за зиму не промерзло, дернина так и осталась. Ладно, что будет, то будет, посмотрим. Вроде что-то лезет. Как-то его кидает в сторону что-то. Ладно, сейчас посмотрим. Игорек шпарит! Ну так маленько лезет. Навоз припашем. Да и ладно. Да, посмотрим, как он края вылезет. Ну, буксует маленько. Да, такая пахота. Ладно, пускай учится. Пока есть. На чем? Здесь-то маловато навоза, там-то, блин, до хрена. Ну, опять Игорек
специалист, чем мне его учить, знает, как развозить-то. Кучу, в кучу херак и все. О, вроде полез. Ладно. Так. Подскажет, кто знает, что неправильно. Ветерок тоже. Плюс 4. Сегодня у нас 5 апреля. Рано, но как раз под посев будет и хорошо. Не глубоко, но и хватит нам навоз запахать. Ну и скорость маловато, мне кажется, у него. Сейчас. Быстрее надо. Такое ощущение, что у него не хватает скорости. Но вот сейчас здесь вроде пошел. И не пошел, встал. Припахал, не припахал, посмотрим, как заборонится. Но дернина еще есть. Так что проблемно будет заборонить это все. Диски надо. Но диски будут, не будут, не знаю. Так что как-то вот так. Ну еще, наверное, кружок и запашем навоз. Мелковато, блин. Но запаш ты. Да, работаю. Еще прибавил. Что-то он как-то там низина. И газу не дает, блин. А так-то спец он. Уже залез. Хер знает куда, и плуг поднятый. Да, Игорек, короче, тебе еще учиться и учиться. Нихуя, извините за выражение, не видит. Чё сзади, чё спереди, как пашет. На, отъеби. В общем, вот так как. Всё, усковырял, блин. Похотой.
Это трудно назвать. А, хоть здесь побуксует. Ладно, комментируйте.